к разъяснению своего приговора. Суд пришел к выводу, что вина всех подсудимых доказана материалами негласных следственных действий, аудио-видеозаписями, которыми подтверждается их призывы к участию в несанкционированных митингах организации Кюши протеста. У подсудимых изъяты листовки, футболки и другая атрибутика запрещенной организации Кюши протеста. Сами подсудимые не отрицают участие в деятельности Кюши протеста. Заключениями судебных габитологических экспертиз доказано то, что на видеозаписях в несанкционированных митингах изображены подсудимые. Заключениями судебных психолого-филологических экспертиз подтверждается то, что в тематическом отношении исследуемые разговоры объединены одной темой и направлены на информирование о деятельности движения Кюши протеста, целью которого является призыв к совершению действий, направленных на смену власти, а также отставку правительства.